Я точно знаю, кому наступного року, ну, принаймні, якщо спиратися на проект цього бюджету, буде добре. Це офісові президента. Раніше називалася адміністрація президента. І от за останні 6 років її бюджет постійно зростав. Якщо 2014 року це було 300 мільйонів, то наступного року вона на 300 мільйонів зросте. І при цьому кожен президент, приходячи до влади, обіцяв скорочувати цей бюджет, скорочувати кількість працівників. Так, а тепер давайте перейдемо. У нас якраз зараз на зв'язку радник президента України з економічних питань Олег Устенко. От на наступний рік, пане Олеже, заплановано в бюджеті 1 300 000 000 гривень на, власне кажучи, витрати Офісу президента. От куди підуть ці гроші? До того, пока я перейду к рассказу по поводу этих денег, идущих на офис президента, я хотел бы все-таки заметить, что Украина точно не является чем-то исключительным сейчас вот в новейшей экономической истории. Все страны, которые выходят из кризиса, чувствуют себя плохо. У всех есть серьезные дефициты государственного бюджета. Дефицит, который предложен в Украине в 6% ВВП, это нормальный дефицит для посткризисной экономики. Это один. Второе, не стоит думать, что вдруг за счет государственного бюджета удастся решить все вопросы, связанные с украинской экономикой. На то и сохраняется дефицит государственного бюджета во всех странах, в том числе и в Украине, в посткризисные периоды времени, потому что экономика нуждается в стимулировании. В стимулировании за счет государства, и это нормальная практика. Второй канал, по которому активно стимулируется украинская экономика, которым вам уже был затронут, и который опять-таки не уникальный для Украины, используются практически всеми, это так называемые монетарные каналы стимулирования. Посмотрите на Национальный банк, посмотрите на ту истерию, которая была по поводу политического давления, которое якобы оказывался на Национальный банк Украины. Посмотрите на то, что он действительно является абсолютно независимым. Посмотрите, что впервые за новейшую экономическую историю Украины учетная ставка Национального банка находится на уровне 6%. Никогда такого не было. И это означает, что с определенным временным лагом возобновляется кредитование, в том числе и реального сектора экономики, что является сопутствующим фактором для роста экономики. И третий фактор, который более важный, или если хотите, канал, который стимулирует экономику, это канал, который позволяет активизировать инвестиционную деятельность. И с этим плохо сейчас не только в Украине, а практически во всех странах. Потому что когда вы находитесь в мировой экономике в период глобального экономического кризиса, то деньги пытаются найти наиболее тихие для себя гавани. Они как улитки прячутся. Пане Олеже, це все зрозуміло. Але що я перебиваю? Чекайте. Це дуже класний популістський крок. Казати, сьогодні всім погано. Я скажу іншу популістську тезу. Але Україні було погано і до коронавірусу. Я никогда не использую вопросы, которые связаны, как вы говорите, популистски. Никогда. Забудьте это слово. Тогда давайте повернемся до моего вопроса. Вы обещали ответить. Куда пойдет 1 300 000 000 гривень? Конкретное питание. Все разговоры, которые касаются, абсолютно все разговоры, которые касаются того, давайте добавим здесь и добавим там, если вы не обеспечиваете в бедной стране рост на уровне 5%, остаются ничем иным, как просто политическими разговорами, которые, как правило, активно используются на пиках политических циклов, и Украина не является исключением. А что касается этих дополнительных денег, которые выделены Министерством финансов Украины на офис президента, то это точно не инициатива, которая бы исходила либо от главы офиса президента, либо президента Слушайте, страны. То есть министерство, это что? Я сказал, само это выгодно. Бюджетный запит формує сам офис президента. Кожна установа формує свій бюджетний запит абсолютно чітко. Зараз було зазначено. Чи як? Чи це міністерство вирішило так трошки вислужитися? От давайте офісу запропонуємо більше грошей. Чи як? Давайте я відповім. Вопрос совершенно, ответ, вернее, совершенно банален. Это была инициатива самого Министерства финансов. Но на чем базировалась инициатива Министерства финансов? Это для роста экономики. Это неправда. Нет, нет. Если это базировалась инициатива Министерства финансов на том, что если вы посмотрите заработные платы, которые есть в офисе президента, я не оправдываю, я просто рассказываю экономическую логику, по которой они шли. Если вы посмотрите, есть такое понятие в экономике.
экономики. Оно называется opportunity cost. Сколько ты можешь заработать здесь, в другом секторе, находясь в той же, например, стране или переехав из этой страны. Но если вы посмотрите заработную плату аналогичного специалиста, работающего в Верховной Раде... А почему opportunity cost не применяется к врачам и к педагогам? Это неправда. Я вам это дальше объясню, если вы хотите слушать, а не перебивать меня, потому что мне сложно с вами говорить. Просто вы не объясняете, а извините, я манипулирую. Я не манипулирую, манипулируете вы, а я этого не делаю. Когда я говорю, простите, когда я говорю по поводу заработных плат, я имею в виду, что средняя заработная плата у одного и того же специалиста, работающего в Верховной Раде, в секретариате кабинета министров или в офисе президента, она разная. И самая низкая в офисе президента. Следующая затрата, которая была заложена, это на ремонт борта номер один. Но... Насколько я понимаю, эти затраты, которые были заложены в государственный бюджет, опять-таки, не по инициативе офиса президента, не просто будут урезаны, а, скорее всего, их дополнительных затрат не будет. Я снял достаточно этот ваш вопрос. Ми принаймні почули, що крім заробітних плат, там ще заплановано ремонтувати літак. Дякую. Пане Олеже, ви не зникайте зі зв'язку, будь ласка, тому що, можливо, тут вас і підтримати хочуть, я бачу, і заперечити вам теж хочуть. Так, що спочатку? У вас ще є що додати? Ні. Прошу, пане Олександре. Ну, може, пізніше. Значить, во-первых, я хотів би об'яснити. Общее увеличение относительно Офиса Президента 2021 год к 2020 запланированный 356 миллионов. Во-первых, это увеличение, дельта, о которой мы говорим. Во-вторых, Офис Президента, в том числе, как и другие статьи содержания Офиса Президента, относятся к аппарату государственного управления делами президента. Так вот. Я вам хочу сделать такой коротенький доклад. Если вы возьмете затратную часть, а она отображается в приложении номер 3 к государственному бюджету, то по отношению к 2020 году, в 2021, появились такие статьи, как реконструкция, допустим, мистецького арсеналу, надбання українського народу і культурне, і спадщина. І в занедбаному стані її тримати не можна. Ці гроші теж. І ці деньги, смотрите, смотрите. Ці деньги заложені. І це деньги, які президент тратить не на себе, не на свою охрану, не на свої передвиження. А історичний музей, наприклад, десятина церква. Я извиняюсь. Дайте я продовжу дальше. Чому саме мистецький арсенал? Об'ясню, тому що є определені об'єкти, які відносяться. Зрозуміло, вони на балансі. Управління справ президента. Є определені... Це зрозуміло. Давайте рухатись далі. Зрозуміло, що є не тільки зарплатний фонд. Є національні ландшафтні парки, які теж відносяться. Вопрос в чому? Вопрос в чому? Не зберігати і не дивитися за цим імуществом – це неправильно. Правильно ли, может быть, реализовать это имущество, либо передать на более профильного главного распорядителя? Это другой вопрос, в том числе, я думаю, который могут обсуждать в офисе. Уверен и готов подписаться под словами коллеги по эфиру, что офис президента не подавал такой запрос. Объясню, почему такая позиция. Потому что, допустим, и РНБО, которое должно было бы подать в срок, да, свои бюджетные запыты, в том числе и текстовым статьям за уважение, не подало в срок. Поэтому не все главные распорядители, не все главные распорядители, к сожалению, подали в срок. Треба було подати. Як це не подали? Ну, не подала. Я хочу нас всіх привітати. По-перше, завдяки суспільному тиску. Ми тільки що почули обіцянку ці невиправдано роздуті видатки зняти. А по-друге, я би хотіла панові Устенко порадити, перед тим, як застосовувати такі методології, порівнювати зарплати, наприклад, там, скільки коштує ринковий фахівець і скільки коштує такий же фахівець в Офісі Президента, застосуйте аналогічні методики до того, як живуть пенсіонери. Наприклад, в сусідніх країнах і в Україні. Я пам'ятаю, перед виборами пан президент обіцяв, що в нас будуть європейські пенсії. А вчора він вже говорить, що давайте зачекаємо. Вони колись будуть європейськими, але не зовсім зразу. Якщо ми дивимося в бюджет, то
Власне, пенсия я предлагаю не манипулировать все-таки данными, а находиться в обычной экономической логике. И то, что я предлагаю вам экономической логике, я вам называю так называемые альтернативные затраты. Я не говорю плохо или хорошо. Это принятая экономическая логика. Называется opportunity cost. И если вы возьмете самый простейший учебник, вы сможете прочитать более глобально об этой теории. Но я не могу не согласиться с вами о том, что вы совершенно правильно говорите по поводу пенсионеров. И пенсионеры в этой стране, равно как и многие другие категории населения, живут ненормально, живут в абсолютной бедности. И это проблема, которая накапливалась в Украине не в 2019 году и даже не в последние 2 или 3 или 4 года, а это проблема, которая накапливалась в стране на протяжении начала ее независимости. В противном случае мы бы с вами не имели ситуацию, в которой находимся сейчас, когда наш ВВП мог бы находиться сейчас на уровне порядка 400 миллиардов долларов, а не 150 миллиардов долларов. Пане Олеже, мы вас почули, у нас лишається ще 10 хвилин до перерви.